Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по партийной фракции Дмитрий Голубков наградили педагогов Одинцовской гимназии номер 4. Церемония была приурочена к 30-летнему юбилею школы. Депутаты поздравили коллектив учреждения и вручили лучшим педагогам благодарственные письма. Директор гимназии Ирина Кузнецова была отмечена почетным знаком Мособлдумы.